Всех приветствую на своем канале. Очередной обзор по заявкам трудящихся, посвященный моей парфюмерии. Я постаралась разбить на группы по ароматам и какие-то просто оставила уже просто за 2 часа до снятия видео. Уже нанюхалась столько их духов, что уже не очень понимала, что к чему относится. Натюрельки в основном будут идти отдельно, эти лимитки, которых у меня в принципе 5 вместе с классической. Вот я начну, пожалуй, обзор вот с этой вот водички. Аромат я ничего сказать не могу, потому что, извините, сами понимаете, я уже унюхалась этими духами. Но я себе на бумажке пометила, кто из них что был. Вот это, если я ничего не путаю, лимитка прошлого года, вообще в переводе с французского называлась как «голубые овощи», ну, так она в фраше называлась, в русском и фраше «летний бриз». Она у меня почти полная, ее совсем чуть-чуть, похоже, пользовала. Также у меня лимитка лета 2014 года, кажется, так и называлась, коллекция летняя или летняя коллекция. Тут вообще что-то такое плавает уже, будто я туда хлеба накидала, не знаю, с чем это связано, хотя хранилось оно у меня довольно в нормальных условиях, пахнет, в принципе, так же, как было. Так, сейчас у меня, наверное, пожалуй, будет такая небольшая компания. Я считаю, что они, в принципе, эти духи чем-то похожи. Начну я, пожалуй, вот с этих. Это у нас Parisian Chic от Avon. Тот, который я заказывала, я думала, что он фиолетовый. Оказалось, что там просто цвет такой бумажки был фиолетовый. Он мне очень напоминает эликсир. Кстати, вот открыла, забыла понюхать еще раз. Эликсир и фрашевский, такой классический. Вообще, и что-то еще такое другое, я уже не помню. Он мне в каких-то вот обзорах Эйвона, я тогда говорила, кажется, что он именно мне ассоциации. Но вот сейчас я помню только, что он похож на эликсир. Вот чувствую я сейчас именно этот пластилин, который мне из классического эликсира всегда казался. Потом рядом с ним стоит эликсир Сенсуэль. Я что-то не помню, что как он в русской вариации переводился. У меня тут, кажется, это, не знаю, 50 или 30 миллилитров. Да, 30 миллилитров. Тот, который последний эликсир и фрашевский, он сочетает в себе ваниль, эликсир и ирис нуар. Ирис нуар. Он уже снят, но у меня еще раньше у меня было несколько форматов. И маленький, и спрей, и туалетная вода, и парфюмированная вода. Это, кажется, это парфюмированная вода. Тут было, по-моему, 50 миллилитров. Да, 50, еще был флакончик 75 миллилитров. Это была туалетка. В общем, ирис нуар такой зимний, теплый, хороший, вкусный аромат. Не знаю, как летом, кажется, он у меня в теплое время года не идет. Хотя, в принципе, вот в теплое время года он мне немножко кажется таким мужским ароматом, чуть-чуть отдает чем-то таким унисексовым, теплым. И вот это вот эйвоновская Summer White Sunrise, мне она кажется тоже немножко отдает более легким, конечно, вариантом ириса. Был такой Вейвен аромат, не знаю, может лет 5 или 6 назад, Eternal Magic, он мне очень нравился, вот он был похож, такой же фиолетовенький, он напоминал Ирис Нуар, только более легкий вариант. Так, я, наверное, сейчас прервусь и буду просто их компаниями заносить, потому что они у меня лежат на кровати, стоят на полочках так, по компаниям. Вот я тут накидала немножко себе такие 4 группки. Пожалуй, начну с самой маленькой, это вот Prima Avon. И мне она кажется очень похожа на Evidence и Fraiche. Такие пудровые сладкие ароматы, цветочно, не знаю, даже немножко розовые. И вот такой у меня еще есть и Fraiche с пумпочкой такой. Сейчас постараюсь просто по отдельности их показать. Вот я их год назад покупала, там по двойной скидке, они мне что-то обошлись, не знаю, 1000, что ли, с чем-то. У меня была скидка 700 рублей, плюс на них еще была скидка 700 рублей. Сколько они там, 2 с чем-то тысячи стоили, сколько сейчас стоит, я не знаю. Это у меня парфюмерная вода, парфюм даже просто. Потом, вообще они мне очень нравятся, они мне приходили постоянно в подарок, когда я только начала заниматься и фраше. Я их убирала, какие-то, не знаю, кажется, маленькие какие-то я заказывала сама, а так мне приходили в подарок на день рождения, на 8 марта, на год знакомства с Фраше, еще что-то такое за заказ. Я какие-то раздаривала, какие-то у меня покупали, но в основном я их сама пользовала.
Это коллекционная лимитка Evidence. Я вообще не помню, какого она года. Ну, может, любители и фраше вспомнят просто по дизайну флакончика. Ну и вот это эйвоновская прима. Я ее пользовала усиленно, но напользовала только вот столько. Такс. Баррикада моя из духов. Дальше я прихожу к розам. У меня вот один, можно сказать, вот пустая баночка. Это вот пион и фраше снятость. Он, в принципе, пахнет пионом, но по ароматам можно отнести и к розе. У меня был большой флакончик, я его... Кто-то у меня из моей бывшей группы ирисок купил, потом с кем-то я поменялась, и в результате у меня остался только я себе. Оставила уже вот этот маленький, сколько тут, 30 миллилитров, наверное, потому что большой-то был вроде 60. Хотя я что-то уже не помню. Да, это 30 миллилитров. И я его берегла, у меня много вообще было и гель для душа, и молочко для тела, я его покупала, когда он еще был, и знала, что он будет снятостью. Ну, в общем, он у меня стоит, так сказать, есть не просит, но я иногда им пользуюсь. Он еще такой же, именно он, именно этот пион, он нравился Женьке, я помню. Она мне тоже покупала. Это эйвоновская Уникрос. Аленка мне дарила, если ты смотришь это видео, то привет тебе. Я ее тут одно время усиленно прыскала на себя, эти духи. Роза розой. Ну, прыскала где-то между тепло-холодным временем года, когда уже вроде зима отошла, но весна не совсем началась, такая вот конкретная. Сейчас я не знаю, могу ее и прыскать или нет, но когда совсем зима была, снег такой, холод, но мне казалось, что тут пахнет как пуэр с розой. Это Ефрашевское утро в саду, цветок розы. Ну, естественно, пахнет розой. Понятно, что она мне очень нравилась, потому что я прилично ее выпрыскала. Я ее, если не путаю, кажется, год назад я ее покупала, как раз когда перед повышением первым цен на Ефраше, потом мне, в принципе, кажется, даже Диму посоветовал купить, когда я ему сказал, что вот у меня заканчиваются духи, но хоть, но они мне очень нравятся, ну и вроде как хочется купить. Тогда я еще цветок апельсина покупала. Ну, а это те самые розы Эрмитажа. Вот вчера я их открыла, мне показалось, что от них пахло диким спиртом, непонятно чем. А я сейчас нюхаю, вполне вроде даже ничего, может, просто я уже вчера что-то не то нюхнула. Но вот от самого флакончика пахнет все еще розой. Я даже не знаю, стоит ли мне сейчас рисковать. Да, вот от флакончика пахнет розой, а в колпачке уже таким чистым, конкретным, не знаю, как... Я не знаю, правда, как пахнет чистый спирт, но таким каким-то спиртовым алкоголем, я не знаю, с чем сравнить, но явно уже тут... В общем, им можно будет продезинфицировать ранку, мне кажется. Флакончик мне очень нравится, им больше 10 лет. У меня, кажется, я все-таки их сама тогда... Ну, в смысле, покупала-то я, но мне деньги дарили тогда на день рождения. Уж не помню, сколько они стоили. Фирма какая-то русская, Эрмитаж. Роза в розовом. Духи женские, 79% алкоголя. Можно кому-нибудь поить. Ну, и 100 миллилитров. Жалко, конечно. Они вот еще буквально полгода назад я их брала. Они вполне себе еще пахли розой. Я даже их прыскала. Но, видать, у некоторых духов все-таки бывает срок годности. Даже сейчас скажу, наверное, сколько им. Ну, лет 15 им, наверное. Хотя нет, наверное, лет 14. Лет 18 я их покупала, мне сейчас 32, значит, ну, где-то им лет 14. Вот такие. Пустая, не совсем пустая, но баночка на выкидку. Так, потом у меня тут ванильная такая группа. Это мой Морган. Я его тогда покупала, так, вот так, наверное. Покупала тогда на клубнике, когда она еще была не русифицированной, вполне вменяемая, вещи там были, продукты, может, были именно вот то, что заказывая, что и приходит, а не подделка какая-нибудь, разлита где-нибудь под Москвой. Это французская парфюмерия мой Морган. У меня такой был зеленый, но я, кажется, подарила его кому-то из девчонок. Этот я покупала уже, наверное, второй флакон. Точнее, его я покупала, я его очень хотела, его я покупала уже в Рыбинске. Кто-то меня в комментах спрашивал по поводу Рыбинска, вот как раз последний мой приезд в Рыбинск вместе с моей очень бывшей компанией девчонок, поход по магазинам, его я покупала в Калине. Тогда же я зарегистрировалась и сделала первую покупку в офлайновском магазине Ефраше. Еще у меня там будет в коллекции
Мой Морган красненький такой. Ну, он просто увидите его, если вы смотрите до конца. Я не могу сказать, вот чем они по названиям отличаются, кроме цвета, но вот этот именно ванильный, мне кажется. Ближе к ванильному. Мне кажется, в эту серию подходит серию ванилек. Подходит эйвоновская Лав. Ее тоже немножко так попользовала. У меня, кстати, молочко для тела еще есть. Я иногда пользую его вместо крема для ног. Это остатки былой роскоши. Я их тоже покупала. Этот мне пришел тогда в подарок по бланку, а этот я брала уже, соответственно, как по скидке, кажется. Еще когда я общалась с мальчиком католической веры, и он мне тогда тоже посоветовал, я ему сказала, что вот у меня духи заканчиваются. Вообще мне вот эти подарила сначала девочка одна, с которой мы общались, она дочка библиотекаря, с которой с мамой работала. А потом я купила такие, мне очень понравились, и в результате я заказала одни, другие мне пришли в подарок. Это Ода, наверное, страстной любви, ванилька. А это просто Ода любви. Ну и у меня когда-то была очень маленькая пробничек, 5 мл, то ли такая, наверное, такая. Я подарила тогда Женьке ее. Но мне больше она Минька не приходила. Вообще, с одной стороны, я люблю делать подарки, с другой стороны, я иногда думаю, блин, вот зачем раздарил тогда все эти мелкие Миньки, потому что снятости, и они, в принципе, их уже нигде не найдешь. Это у нас последний, кажется, вариант эйвоновского секрет чего-то там, секрет фантазии. Насколько я помню, по своим ощущениям, она мне напоминает что-то такое ванильное. Ну, первая, главная, основная нота. Поэтому я ее отнесла к ванилькам. А этот эксперимент, который я делала из детского набора парфюмерии. Кто-то там мне еще в комментах в самом начале моего деятельности, этих именно как бьюти-блогера, обзоров осенью писал, что попробовать и заснять. Ну, у меня где-то даже записано, что я туда капала. В общем, он мне напоминает тоже... Там вообще присутствует масло ванили. Хотя сестры у меня чувствовали именно как... аромат корицы. Я не знаю, может, меня, конечно, перепутали и закинули вместо ванильного масла в пробирку корицы, но тут была, кажется, роза и что-то еще. Ну вот он пахнет, конечно, ощущается корица, но еще и ваниль. Тут я еще сюда капала капельку лаванды. В общем, произведение моего искусства, так сказать. Так, и следующее у меня из тех, что я сюда взяла. Порции. Это вот продолжение Blue Light, который на самом деле Light Blue, как я заметила. Ну, я иногда путаю слова местами и узнаю об этом очень поздно. Dolce & Gabbana. Это Summer White классический эйвоновский, свежий, чуть горьковатый. Это похоже на него Naturel классическая и Фраше. Мне кажется, что Avon Perceive Dew тоже смахивает. Тут что-то такое... И свеженькая, и горьковатенькая. В общем, мне кажется, что оно все-таки похоже именно вот на Summer White чем-то. Хоть и цветом другое. И вот эти духи, я без понятия совершенно, как они называются. Я год назад их поменялась с Женькой. Там она мне брала косметичку и Дези, кажется, и Фрашевски. А я у нее как-то пришла и подарил братец на 8 марта год назад. И я их понюхала. Не, ей почему-то не подошли. Хотя она тоже любит Naturel классическую и Summer White классический, но вот я у нее это выменила. А, тут, в общем, какая-то макара. Я не знаю, будет ли это видно. Фотоаппарат мой. Ну и у меня снова прерываюсь. Так, еще одна партия у меня тут небольшая. У меня там бабуся ходит. Я все пытаюсь заснять так, чтобы лишних звуков не было на фоне. В общем, это у нас Naturel Osmanthus, прошлогодняя лимитка, так же, как те самые голубые овощи. Я ее пользовала, у меня еще есть Минька, 7,5 мл в запасе, если вы смотрели мой обзор заказа последнего по Эйфраше, то там вот как раз была эта Минька. И вот мы как-то с Аленкой в Ривгоше, кажется, как раз когда я тогда эту карту ривгошевскую сделала, ходили, покупали в основном с ее восторженных пшик-пшик с Мария Османтус. В общем, мне кажется, что они в принципе идентичные по запаху. Единственное, она вот эта вот нестойкая. Не настолько стойкая, как есть на самом деле. Ой, я сейчас поняла, что я забыла сказать стойкость своих духов, которые уже обозрела. Это у нас Fleur d'Osmanthus, цветок османтуса. Какая-то там французская фирма. На стенде такие маленькие флакончики. Что-то я тогда за 299, что ли, я его покупала.
по скидке. Он такой оранжевенький. В общем, заходите в Ревгуш, и там такие стендики по кругу, и вот такие баночки так стоят. Вот, да, тут 30 мл, сделано во Франции. Eau de Parfum. Парфюмированная вода, но она какая-то не очень стойкая, как мне показалось, была. Так, потом у меня такие свежие горьковатые запахи. Я считаю, что цветок, это, в общем, да, и Фраше, там вся эта коллекция будет троечка и фрашевская. И Фраше утро в саду, цветок вишни или сакуры, или кого-то там, точно не помню уже. Ну, я его как раз вот заказывала тоже, кажется, год назад или покупала, уж не помню. Ну вот я вполне себе так, у меня был еще гель для душа, два или как-то так, или три даже. И вот у меня еще осталось молочко, я его периодически пользую как молочко, или как даже просто крем для рук. Мне просто очень нравится этот запах. И мне кажется, что очень похож по ароматам, по этой гамме. Это цветок апельсина и фрашевский, тоже самая серия «Утро в саду», но я его, видите, использовала несколько больше. Я его как раз заказывала вместе с той розой. Так, и кажется мне, что похоже на это все. Это малютка Нейроли Секрет де Сан. Секрет эссенции, парфюмерная вода и фраше. Вот это маленькая, 5 мл. Я все хотела большую заказать, но мне постоянно в последний момент душила жаба эти 2 с лишним тысячи выкладывать на нее. Поэтому у меня это маленькая минька. Еще такая же минька была у меня год назад, подружка выпросила, когда была у меня в гостях. Такс. Вот это мне год назад подарила тетя Валя. Так, возможно, все-таки русские какие-то духи. Это у меня коробочки уже не сохранилось. Оно пахнет сиренью. Я вообще никогда не думала, что мне будет нравиться сирень, хотя раньше пользовалась вот эти «Цветы России», кажется, серия сирень. Но в Фраше я никогда не покупала ни прошлую коллекцию, когда у них были эти еще лет 6-5 назад, в 2011 году, такие вот флакончики по типу как вот «Пион» вот этот. Не вот эта серия. Почему-то сирень у меня не было даже желания ее заказать в подарок. Мне при этом не посылали, поэтому ничего не могу сказать про ту сирень фрашевскую. А вот это очень вкусный аромат. Довольно стойкий. Именно что сирень и что-то такое еще, как весенние цветы. И вот этот, кто мне дарил, я уже не помню. Возможно, Аленка или пришел в поменяшках. Врать не буду, но если, Аленка, то от тебя, то спасибо тебе и привет. Просто я уже не помню, откуда он у меня, но что это у нас вообще? Тут на флакончике написано, что это из серии Today to Always. А, это Эмблум. Или это из поменяшки от Аньки. Ну, она вряд ли меня смотрит, но на всякий случай могу передать привет. В общем, Эмблум, мне кажется, то, что тоже такое же вот цветочное и ближе к этому, но... Есть момент, что я все-таки уже к тому моменту перенюхала духов своих, и, возможно, оно не совсем сочетается. Но, думаю, у кого такое счастье есть, Ивановская Эмблум, те знают, чем оно пахнет. Так, потом. Вот это чудо Ивановское. Не помню, что это такое. Но тут написано, что это из серии ЕДП. Что такое ЕДП? Тоже не очень понимаю, но я думаю, вы вот по этому дизайну поймете, что это такое. Мне кажется, что оно похоже чем-то вот на это, но с другой стороны можно сделать и отдельную гамму. Или переход, как с эликсирами было, в Элис Нуар. В общем, вот такой, немножко сладко-свежий. Потом вот это масляные духи от... Что это у нас вообще? Ловли... влюбленный или что-то в этом роде от Аньки, последний под поменяшки 6 мл, такие немножко сладкие, немножко свежие, чуть-чуть напоминают зеленый чай, чуть-чуть чего-то такое и свежее, и искристое, и немножко какие-то сладкие ягоды. Я хотела их сначала в цветочный диск определить, но оно все-таки как-то между-между связующее. И вот это та серебряная пыль, на которую у меня там комментов набежало. Она тоже как-то так вот. Не могу сейчас уже передать, чем пахнет, но мне кажется, тут есть какие-то немножко все-таки сладкие какие-то нотки. Так, я не знаю, я там вообще делаю, ставлю на паузу и ставлю на задний фон эти свои духи.
Ну, есть вариант, конечно, их все перенести. Я думаю, все-таки стоит, наверное, поставить на паузу, потому что вы будете смотреть, пока тут шандарахаюсь. Так, и вот сейчас у меня бабуся орет на всю хату, говорит по телефону, не знаю, будет ли это слышно в камеру. Есть у меня вот как раз та маленькая кучка разноплановых духов, которые я просто не знаю, к чему отнести, или уже настолько перенюхалась, что не понимаю, к чему их можно отнести. Плюс у меня три пробника. Это вот Ифрашевская роза, новая у них парфюмерная вода, которая я пробник, точнее, прыскала на себя, когда последний раз гуляли с Аленкой в Ифраше. Она для меня пахла ладаном. Я ее пока никому не подарила, но оставила, думаю, может, сама все-таки потом дам ей шанс, заюзаю ее. Потом это цветок, точнее, листья вербены, тоже последняя новинка Ифраше. И был мне как-то с Озона пробник мужской и женской воды, это вот женский вариант, Max Life чего-то там. Вот. Женский вариант был совершенно нестойкий, через 20 минут он выветрился, даже уже не помню, чем он пах. Тогда Озон сказал, напишите отзыв, мы вам дадим 100 бонусов. Я написала отзыв. Это Ивановская. Наверное, уже мало кого остался такой флакончик. Как ее? Фурбланка. Вот она без пшикалки. Первые духи Ивановские, которые мне очень нравились. Они до сих пор мне нравятся, но я пользуюсь довольно редко ими. Не стоят, я про них уже забыла. Им больше 10 лет, этому флакончику. И с ним ничего не случилось. Так, потом вот этот вот аромат солнца, как я его обозвала, это Mesmerize Black, эйвоновский новинка. Теплая, я не буду просто уже говорить про сами ароматы, я просто покажу сами духи, потому что я уже настолько нанюхалась, что не помню. Вот эти год назад мне подарила одноклашка. Я их тут усиленно прыскала, но почему-то они у меня в пустые баночки апреля не вошли, потому что все никак не закончится. И вот я, кстати, все время пытаюсь правильно произнести это название. Гюснера. Все хотела перед тем, как заснять видео, загуглить, как его правильно читать. Потому что наверняка будут комменты такие, что я не так произнесла или что-то в этом роде. Ну, не то чтобы оно стойкое, оно вкусно пахнет. Но не очень стойкое. На одежде оно, конечно, держится, но вот на себе. Я его таскаю с собой в сумке, на такой вот этот увесистый флакончик. Им можно в кого-нибудь запинтюрить. В общем, они у меня сейчас стоят. Вообще, сегодня я пользовалась Натурель классической Ифраше, но так в последнее время вот именно ими пользуюсь. Я их сюда поставлю опять себе на стол под видное место. Так, это у нас Ретропикаль Ифраше. Я ее год назад в поменяшках выменила на классическую Натурель. Я не помню, чем она пахнет. Но, знаете, когда она продавалась, а сначала она мне так не понравилась, я что-то увидела. Гель мне пришел, я тогда понюхала, думала, фу, блин, какая-то фигня в стиле Мингшу, который так Женьке нравится. А потом что-то так думаю, блин, что-то вроде и хочется, а его уже где-то или продают там за предельные цены на Авито, или просто нигде не найдешь. И одна девочка у меня, значит, сказала, что у меня есть лишняя Натурель, она говорит, а у меня есть лишняя Ретропикаль. Я говорю, ну давайте поменяемся. В общем, вот такая у меня поменяшка была. А потом я заказывала себе Avon Femme. То ли у меня пробник был, который мне понравился, то ли я уже не помню, из-за чего я его заказала. Но я ее какое-то время пользовала. Тут видно, что я немножко ее прыскала. Но так как духов очень много, все не уделаешь. Это уже конкретно такая снятость. Я не знаю, есть ли она сейчас в бланках и фраше. Малютка Ирия. Я совсем чуть-чуть ее пользовала. У меня все время ее все кому не... Ну, много кто пытался купить. Потом, ой, что-то не хочу, или откладывали, или еще так. Ну, я пыталась кому-то ее подарить, но что-то в результате, видать, не судьба, она у меня стоит. Кто-то в комментариях мне писал, что это раритет, никому не дари, оставь себе. Он такой, я не знаю, все-таки специфический такой бабушкин запах местами. Или, как бы моя тетушка сказала, бабий. Что в понятии ее бабий, это вообще местами не поймешь. Ну, такой миниатюрный флакончик. Я специально тогда, кстати, заказывала эту миньку по бланку и фрашевскому, потому что что-то везде все рекламили. Ирия, Ирия, надо ее брать, надо брать. Ну, я взяла, вот стоит теперь. Очень-очень редко пользуюсь. Так, это, мне кажется, Аленка подарила. Это Ивановский. Кто хоть это вообще? Rare Diamond. Я не помню, чем он пахнет. Я его, честно, пользовала. Так, и теперь сейчас у меня будет сладко-цветочно-дисковая, немножко цитрусовая компания. Это вот ночное диско,
Не поверите, у меня был второй, два, наверное, было таких коробочки. Кто-то у меня его купил, с кем-то я поменялась. Кацаленке дарила такие духи. В общем, а это у меня самый первый флакон, который мне подарил мальчик католической веры. Кажется, в 12-м или в каком году они там тогда вышли, я уж не помню. И, в общем, вот сколько тут? Ну, наверное, чуть меньше половины я истратила за все это время бытия. Там еще был гель для душа. Гель для душа у меня, конечно, уже давно закончился. Потом это первая цветочная диска, которая вообще в Фреше. Это из дисков первая классическая, последняя, которую я тогда в наборе покупала. Тут 30 грамм миллилитров. Но оно, я им пользовалась, но совсем чуть-чуть. В основном я доделывала то диско, которое было у меня в пустых баночках. Потом вот тот как раз мой Морган, про который я говорила в начале видео. У меня был такой два маленьких флакончика по 35 миллилитров. Потом я заказывала уже полноценный флакон. И вот не поверьте, я, кажется, его покупала тогда. Там какие-то огромные скидки были на этой клубнике. Я маленький флакончик покупала за 200 с чем-то рублей. Этот я покупала за 350. Такой был флакончик у моей подружки Жени. Такой же я, кажется, заказывала. Или меня его через меня заказывали девчонки из моей бывшей девчачьей компании. Ну и, в общем, одно время я им очень сильно пользовалась. Они у меня стояли про запас. Я, кажется, год назад их только распаковала. Тоже такое между... Очень похоже вот на классическое диско. Но насколько я потом узнала эту цену, я что-то даже тогда не понимала, что это действительно распродажи там бывали, когда увидела эту цену, так охренела. В общем, мой Морган. Морган. Морган Детой. Да, просто мой Морган. Хотя нет, Морган Детой. Вот. Морган. Да, Морган Детой. Слушайте, я первый раз увидела, что это Морган Детой. Я раньше думала, что Морган Детой и мой Морган это разное. Вообще как-то не замечала. Просто тогда ткнулась, у меня такое бывает иногда. Если мне нравится обложка, то мне понравится, значит, это. И содержание. Это раньше было относительно этих музыкальных дисков. Вот теперь тут я ткнулась на цветочки. Описания там практически никакого не было. Ну и когда они мне пришли, мне даже больше пёрлась от того, что посылки приходят из Швеции или из Америки. И оказалось, что вот именно мой аромат. Мне очень нравится. Тут 100 миллилитров. Надолго хватит. Дальше, значит, у меня тут эта маленькая минька. Тут на один раз, наверное, уже осталось. И, кстати, судя по цвету, она, видать, уже немножко портится. Хотя аромат еще тот же. Это вот спрей 2-миллилитровый. Пробничек такой цветочного диска и Фреше. Но мне пришло в 13-м году. Наверное, это все-таки в 13-м году мне на день рождения прислал эти духи. Че он тогда что-то сказал, ну, типа, у тебя день рождения, что-то хочешь. Я взяла и прикололась. Я говорю, хочу такие духи цветочного диска. Я даже не думала, что он мне их реально подарит. Ну и, в общем, вот такая минька потом у меня была летом. Я ее брала в Питер, когда мы ездили в Карелию, точнее, с собой в Карелию и в Питер в 13-м году вместе с подружкой. Так, потом, я думаю, что это все-таки смахивает. Тут такая немножко ягодно-сладкая серия. Чуть цитрусовая местами. Тоже такой переход. Это Ода любви. 50 миллилитров. Ой, даже не Ода и любви, извиняюсь. Несколько нот любви. Это и Фрашевская, тоже, можно сказать, новинка. Может, уже прошлогодняя новинка. И еще у меня была маленькая минька, и вот я тогда покупала 15 миллилитров. Тут у меня наклейка, да, еще есть. И он наполовину такой использованный флакончик. Ну, в принципе, это одна и та же парфюмерная вода, просто вот разные флаконы. И сюда же я решила отнести это последнее, что у меня осталось из этой серии Плезир Натурак. У меня очень много их было в прошлом году, я в поменяшках много отправила таких туалеток. Это уже давно снятая серия, что-то у нас такое, ягодное настроение смузи, туалетная вода смузи, лимитированное издание. Тут, ну, в общем, и клубничка, и малинка, и ежевичка, но пахнет оно для меня черешенкой. Вот у них раньше была такая туалетка черешенка из Плезир Натур, но я попала тогда только на гели для душа, к моему сожалению. В общем, вот у нее, подозреваю, что срок годности, да, у нее до апреля, в общем, несколько дней назад у нее срок годности прошел, но аромат не изменился, и немножко тут еще осталось, чуть меньше половины. И сейчас у меня будет очередной перерыв, я это все уберу, поставлю сюда последнюю свою партию этих туалеток свежих зеленого чая и вербены, и еще кого-то там.
Оказывается, у меня тут батарейка уже разряжается, и немножко ее подзарядила. Не знаю, насколько хватит, постараюсь побыстрее. В общем, последние две кучки, одна такая свежая между вербеной, зеленым чаем, лимоном и чем-то таким унисексовым. В общем, унисексовая такая, свежезеленого чая вербена. Вербена. Последняя, которую я покупала в Ифраше, это вот новинка их. Листья вербены. Утро в саду серия. Я ее испрыскала тогда. Больше пока не брала. Но, в принципе, она мне нравится. Единственное, что не стойкая, как я говорила. Потом вербена из той серии Кеньская вода и Фраше. Я не знаю, сейчас она живая или нет. Такой унисексовый аромат свежий. Дальше идет у меня зеленый чай Утро в саду, тоже и Фраше. Вот я немножко ее использовала. У меня гель для душа был, я его как-то в пустых банках, кажется, показывала. Куда бы засунуть-то? Потом зеленый чай первый, который я покупала из Кеньской воды. Я его потом повторно покупала, может, раза два еще дарила. У меня у сестры есть, у тетки, еще у кого-то. Даже за Римки тогда дарила, возможно, даже Женьке. Вот я тут его столько использовала, потом он у меня стал и застыл. Они все как бы немножко между собой связаны, переплетаются, но при этом как бы и немножко разные. Потом два варианта. Один от Аленки, другой мой. Это Элизабет Арден, не из первых моих духов. Это были Биг Мосс тогда, были еще что-то. И вот это вот Элизабет Арден Грин Ти. Это спрей, значит, у нас парфюмированный. Это я его тогда уделала. Я помню последний раз, когда я уже вот стала заказывать в интернете, я заказывала такой сначала себе, потом тетушке через Грин Маму, они из Франции поставляли, потом я заказывала уже на клубнике себе набор, кажется, это с клубники, вот именно вот эта туалетка формат. А этот мне, кажется, Аленка подарила, да, именно большой, кажется, она его дарила. Вот я его совсем чуть-чуть еще пользовала, но он, в общем, у меня все под настроение, поэтому он пока у меня стоит, так сказать, стоит и есть не бросить. Это с прошлого года, с лимиткой Фрашевская Плезир Натур парфюмированная коллекция. Освежающий парфюмированный спрей для тела. Лимон и базилик 100 мл. Зимой я его не брала, потому что сам гель мне не понравился именно из-за запаха. Там чувствовалось в основном базилик, это горечь, я его не поняла. А так вот сейчас я его сегодня когда достала, он действительно пахнет лимоном. Видимо, все-таки на теплое время года, и там вот именно в тепло чувствуется этот лимон. Потом, когда-то давно их покупала, потом давно не видела и уже обнаружила в Фикспрессе года 3 назад. Я не помню, как это, что это вообще такое, First Sense. Кажется, они чуть сладковатые, но при этом все-таки ближе к зеленому чаю. Потом, унисексовые, мне кажется, что все-таки унисекс ближе, хоть это и мужская Evidence Green и Фрашевская. У меня было тогда несколько флаконов, один я в подарки все приходили, один я подарила тогда дяде, потом мужу своей сестры, ну, один оставила себе, он мне немножко заюзанный, но, в общем, я его периодически все-таки пользовала, мне очень нравятся такие унисексовые ароматы. И последняя в этой серии у меня, мне кажется, что она все-таки сюда относится, это Summer White, Bright, что ли. Ну, в общем, этот зеленый Summer White, мне кажется, что он все-таки более к свежим чайно-зеленым таким ароматам относится. И последнее у меня будет, это я решила оставить те от Леванты, которые где подписано что-то такое, где не пойми чего, и то, что как тогда я узнала, да, уже, можно сказать, 1,5 года назад, что бывают подделки. В общем, что у нас тут есть? Лакост. Ну, ясное дело, что это никакой не Лакост. Чем он пахнет, я сейчас уже открывать не буду, потому что я очень нанюхалась. У меня даже местами немножко в горле першит. Хотя, возможно, от того, что я лупала мороженое до этого. Нина, видимо, это Нина Ричи. Девочка как раз вот такая, не очень вовремя посылающая, не очень хорошо запаковывающая. Но не будем о ней говорить, потому что все-таки посвящено парфюмерии, а не ей. Потом Жадор. Не знаю, что за что уже тут такое. Наверное, в первом обзоре парфюмерии, там, возможно, я их прыскала и нюхала. Потом Гуччи. Что за Гуччи, точнее, как конкретно вот. Вот, значит, тут не знаю кто. Не пойму уже. Прыснула себе в нос сама. Какой-то из них пах огурцом, насколько я помню. Потом вот этот черный. Непонятно, сколько там есть, нет. Может, и черный. И
Нет, это еще не последний. Вот это тоже что-то такое. И да, вот действительно уже последний флакончик, вот этот вот. Я что-то подарила своей подружке, что-то дарила Сашке Житовой, отправила, ну, в общем, брала с собой, оставила ей, что ей понравился аромат, я ей оставила. Что-то у меня использовалось, ну, как-то вот так, что-то куда-то ушло. Ну, и вот такой вот у меня обзор парфюмерии был. Я надеюсь, что вы досмотрели до конца, надеюсь, вам было это действительно интересно. Но раз было два запроса, то, значит, все-таки действительно кому-то это было интересно. Ну и спасибо за внимание и до новых встреч. Пока.